вами Арсений, магазин Тукэмп и видеообзор столика для лодки ПВХ с содержателем для спиннинга и площадкой для эхолота. Площадка съемная, при необходимости откручиваются два барашка и эхолот забирается у нас вместе с собой, чтобы он не сломался, не повредился и не приходилось каждый раз откручивать, прикручивать основу для него. Столик у нас устанавливается на систему крепления Lycross. Вы спокойно можете его установить там, где вам это необходимо. Столик выполнен из влагостойкой фанеры. Размеры столика. Съемная площадка у нас идет 11,5 на 11,5 сантиметров. Общие размеры верхней столешницы 23 сантиметра на 15 сантиметров. Трубка пластиковая, установлена под углом, диаметр 40 миллиметров. Спиннинг сюда устанавливается легко, просто, как вам это надо. Меня зовут Арсений, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, рекомендую.